В данном видео я расскажу вам о знаменитых людях, которых не стало в этот день, 30 июля. Я рекомендую вам подписаться на мой канал, чтобы не пропустить выхода новых роликов. Советская и украинская актриса театра и кино Оксана Воронина покинула этот мир 30 июля 2020 года. Ей было 52 года. Популярный российский актер театра и кино Сергей Шеховцов завершил свой земной путь 30 июля 2018 года. Ему было 56 лет. 30 июля 2016 года не стало американской актрисы и певицы Глории Де Хейвен. Она прожила 91 год. 30 июля 2003 года свой земной путь завершила польская актриса театра и кино Ева Кшижевская. Ей было 64 года. Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Геннадий Воропаев ушел из жизни 30 июля 2001 года. Ему было 70 лет.